прям сильно туда. Пытайся дотянуться. И я начинаю ему то же самое давить. Смотрите, как у него по-другому совершенно выстраивается тело. Чудесный затвор выдался. Люди приехали интересные, стремящиеся к развитию, интересующиеся, веселые, внимательные. Связочки передние вот эти протянуть все, промять даже, жилу вниз надсады. Промяли хорошо. И периодически я его завожу туда, где ему кажется, что что-то оторвется, лопнет и все остальное. То есть я его погружаю в ощущение чего? Страха смерти, да. Люди, которые не просто хотят получить конкурентное преимущество, стать более успешными и качественно изменить свою жизнь, а люди, которые думают об этой стране, в этом народе, о родине, об отечестве и хотят иметь инструменты, которые позволят им влиять в лучшую сторону, вложиться в защиту нашего культурного кода. Приезжают люди, которые устали, которые потеряли какие-то ориентиры, высокие маяки. И видно уже через 3-4 дня, как в них набирается упругость, просыпается силы жизни, как возвращается объем и качество внимания, и как этот объем и качество внимания позволяет им видеть более высокие цели, которые дают им как раз и мужской стержень, и силу жизни, просыпается охота. Брат, своим вниманием расслабляем стопы. Когда мы находимся в напряжении, нам больно. Мужчина очень много-много в себе копит. И на протяжении жизни вот эти затыки, можно так назвать, они мужчине не дают дальше идти, развиваться, принимать более качественные и более четкие решения. Мы все живем в оболочке мира и такого мироздания, да, накопленного опыта и накопленной личности. Вот. Но наша самая главная цель – прийти к себе, тому истинному, и ответить на себе вопрос, кто я. И вот на гвоздях – это, можно сказать, жизненная метафора, когда человек может именно с этим вопросом и поработать, с этим запросом поработать. Убрать все лишнее, снять эту шелуху и сейчас пойти с новым состоянием, тот мир, из которого он сможет творить в своем голове и принимать именно те решения, которые позволят быть ему лучше. Гвозди – это про расслабление, это про медитацию. За короткий промежуток времени ты проживаешь большой путь. И это на пределе чувств, это на пределе жизни, на пределе твоих возможностей. Выплеск вот этих вот эмоций каких-то, да, в то, что каких-то вот в тебе сидело, приобретение воли, укрепление воли окрыляет. Я к впечатлениям, ну, конечно же, был вар. Единство духа между братьями, общее поле, общая энергетика. Она просто будоражит, как будто находишься рядом с трансформаторной будкой. Только вместо электричества – добро. Очень благостно на душе. Очень приятно. Начинаешь верить людям, в принципе, в человечество. Почаще смотришь на небо с улыбкой вот отсюда. Будем варить и дальше. Будем создавать новые затворы. Скорее всего, приедем еще не раз сюда, в это место, потому что место очень подходящее. Кавказ, горы, атмосфера мужская, плотная, река горная, само место казачье, древнее, родовое казачье место, долина. Обязательно сюда приедем, обязательно будем делать еще много затворов, обязательно будем развивать образовательный процесс и веселиться по-казачьи, играть. Если в жизни нет приключений, жизнь становится скучной. Вот за неделю вы прямо проживете глубочайшее и яркое приключение. Одно из ярких приключений, которые вообще в вашей жизни могут произойти. Есть очень много глубоких людей, которым есть чем поделиться. Есть очень много людей, которые приезжают из учебы, они сами по себе интересные, глубокие.
И вот эта возможность встретиться с интересными людьми, глубочайшими, умнейшими, она уникальна, плюс уникальна сама учеба. У вас будет жизнь до и жизнь после.